Всем привет! Так получается, что многие праздники и интересные события этого года выпадают из эфирного времени. Вот и День смеха 1 апреля не исключение. Людей в этот день можно разделить на группы. Те, кто весь день ждет подвоха, те, кто использует старые бородатые розыгрыши, те, кто с умом и креативом подходит к шуткам, и те, кто безразличны к этому дню. Узнали себя в какой-то из категорий? Несмотря на то, что сегодня только 30 марта, в газетах прошлого уже пишут о розыгрышах, шуточках и мероприятиях, посвященных Дню смеха. Например, в одной из газет от 30 марта 1978 года пишут о том, что ДК нефтехимиков решил проводить своеобразные кинофестивали. В Большом и Малом зале будет проходить неделя комедийного фильма, посвященная традиционному Дню смеха. В этот период любители кино смогут посмотреть комедии «Цирк», «Музыкальная история», «Золотой теленок», «Афоня», «Солдат Иван Бровкин». А как насчет чего-то поинтереснее? Кино и дома можно посмотреть. Только два дня, 1 и 2 апреля, представление «Психологические опыты», эксперименты с применением экстрасенса и гипноза. Среди экспериментов уникальный опыт «Подарок», с помощью которого вы до конца своей жизни сможете снимать себе любую боль, улучшать себе настроение, память и внешность. Ой, вот это поинтересней. Ну, либо это розыгрыш, либо реальный экстрасенс, либо все это действо рассчитано на внушаемых людей. Ну и какой же день юмора без реальных смешных историй? Вот вам одна такая от 79 года. «Кого бы обмануть?» – размышлял мой сосед с самого утра. Вспомнив про нашу соседку, сунул ноги в тапочки, накинул куртку и решительно направился к ней. Так и так, печальным голосом он обратился к соседке, сказал, мол, сегодня отключают и холодную, и горячую воду, а сам еле сдерживался от смеха. «Ой, спасибо, что предупредили», – ответила ему соседка. На этом история не заканчивается. Шутник направился к соседке проверить, как она приняла новость о воде. Разумеется, женщина снабдила себя водой да так, что хватило бы пятерым. С чувством выполненного первоапрельского долга сосед ушел по делам, а вот вернувшись домой, получил выговор от жены. «Почему же ты меня не предупредил? Знал, что воды не будет, знал и молчал», – ругалась жена. «Ты глаза не опускай! Что-то ты больно стал опекать соседку, а я тебе что, борщ на минеральной воде должна варить?» Конечно, он перебил свою жену и объяснил ей, что он всего лишь решил разыграть соседку и придумал историю про отключение воды. Вот только ирония в том, что воду действительно отключили. Ой, будьте внимательны, когда надумаете пошутить над кем-то, особенно над соседками. Всем хорошего юмора, смешных безобидных историй и, конечно, умения посмеяться над самим собой. До следующей недели!